Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале Rus FIFA PES. И как уже догадались по названию, сегодня у нас будет карьера за Спартак. Это уже вторая часть данной карьеры, и естественно она будет продолжаться, если вы ее будете поддерживать. Все логично, вы ставите лайки каналы, подписывайтесь, там вот это все делаете. А я, значит, собственно, продолжаю, потому что мне это самому нравится. Вот на данный момент вы видите матч с Hull City, то есть сегодняшний выпуск это все предсезонка. Я, значит, договорился сыграть с Hull City, значит, с Монако, с Реалом. И еще с одним клубом, это Байер Ливеркузен. В общем, первые два матча получились не очень удачными, вторые более удачными. Поэтому, значит, все интересное, значит, где-то в середине будет. Но эти моменты тоже необходимо смотреть. Это как становление команды, это как я привыкаю к этой команде. Естественно, можете предложить в комментариях, значит, идеи для трансферов. Вот, я уже припас один трансфер. На самом деле я уже сыграл больше половины сезона. И вот только сейчас смонтировал данную, значит, данную серию. Естественно, карьера будет выходить, если вы будете, еще раз повторять, поддерживать, раз в неделю. Где-то, может, по пятницам, по субботам или по воскресеньям, как я смогу успевать. Вот, значит, по трансферам, еще раз повторяюсь, предложения какие-нибудь в комментариях, мне это очень важно, я на них буду опираться. Но я уже там одного себе припас, парня. Ну и, разумеется, ориентируемся на то, что здесь сезоны 13-14, поэтому вот какие там были бесты, значит, смотрим, предлагаем. Вот, ну, в принципе, все, я уже тут целый матч говорю, поэтому давайте я не буду вас отвлекать от просмотра. В общем, я пошел дальше делать что-нибудь.
creation looking down on the nation. Ну и на этом данная серия карьеры подходит к концу. Естественно, дальше будет только интереснее, дальше чемпионат. В общем, будет все круто, офигенно, голы, матчи крутые. И буду, значит, новичков вводить в состав. В общем, лайки, подписки. В общем, я пошел. Всем пока.